Сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Безопасный двор», чтобы напомнить детям и взрослым о правилах безопасного поведения во дворах и на прилегающих к ним территориях. Автоинспекторы рассказали о так называемых «дорожных ловушках». Одна из них – припаркованные у дома автомобили, закрывающие обзор. Зачастую неожиданный выход ребенка на проезжую часть приводит к ДТП. Сотрудники ГИБДД рекомендовали взрослым и детям быть очень внимательными, а в темное время суток носить световозвращающие элементы на одежде.